мы едем в Энгеди. Начинаем наше приключение. Саша. Я хочу посмотреть. Да, да, туда на машине заехать. Пойдешь смотреть? Хочу заглянуть в яму. Вау. Маська, давай за ручку. Держись за ручку. Да, держи, держи. Вау, смотри, какая. Смотри, какая глубокая. Ущелье. Вон, смотри туда вот. Вон там вот ущелье. Смотри, как там глубоко. Ну, классно. Вон там мертвое море как раз. Классно. Едем дальше. А здесь лишь нарисовано, что здесь могут верблюды проходить дорогу. Откуда они здесь могут взяться? Туристы идут. Они, может, туристы ходят, верблюды ходят, все ходят. Хочешь по длинному? Я хочу сначала сразу в гору, начать с этого, с горы, пока. Пока не жарко. Здесь нет верблюдов. Вон зайцы там бегают. Пойдем. Ну, сейчас пойдем быстрее, посмотрим. Вон, смотри, какой заяц бегает. Вон, зайцы бегают, безухие. Валяются, вон, жаркие. Пошли дальше. Угу. Где? Амаль, смотри, какие пещеры. А на них птицы, смотри, на скалу, ага. Черная уже птица. Пойдем наверх. Нам полим, а где подняться на гору, знаешь? Ну. А вот вход. А вот, да, отсюда сюда вот. В конце будем купаться, нормально. Сначала мы это. Мы тебе обещаем. Погуляем. Обещаю. А купаться. Я тебе обещаю. Смотри, какая вода. Вот в этой речке будешь купаться. Вот. Холодная? Я понимаю, холодная. Пятная, да? Да. Мы делаем кружочек, а потом купаться. Не бойся, какой водопад там. Пойдем, 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 пойдем. О, домик. Да. Я домик. Туда? Ну, можно. Вот такой камень навис.
начинаем восхождение. Мы давно хотели это восхождение. Мася просила, говорит, все время, хочу в горы пойти. Поэтому решили Масю в горы потащить, чтобы узнать, насколько, как это, Масю в горы зови, тащи. Не бросай одною ее. Посмотри, какая штука у нас. Что? Камень какой-нибудь красивый. О, смотри. Вот, Амаля, сейчас мы идем туда, куда я не смогу. Мася, мама, ты на это место никогда не ходила. Я ходил всего лишь один раз в жизни. И очень давно. Очень-очень давно. Поэтому здесь мы никогда не были. Не только ты не была, но мы тоже не были. Я был очень давно. Давай, а там, смотри, здесь черная гора? А там белая гора, смотри. Там белая гора. На том берегу. Блин, на той стороне. А когда... Белая-белая, да. А это черная. А потом пойдем, спустимся, пойдем туда, и там водопад. И там будет. А потом вон там, а вон там будешь купаться. Пойдем, а сейчас мы идем наверх. Стараемся не упасть. Я буду тебе помогать. Но там будет очень прикольно. Оттуда будет сверху видно, опять море будет, все весь Энгеди будет видно. Мы нашу машину попробуем найти. Она будет снизу далеко-далеко, да? Смотрим, посмотрим, где она там стоит. Черная земля, чернозем, знаешь? Да, здесь можно уголь добывать, это как Донецк. Можешь тебе помочь немножко? А тебе не надо? Нет, мне не надо много. О, смотри, как мама рванула вперед. Скажешь, была в Альпах, забралась на самую вершину Альп. Да, ты, тебя спросят, где вы были на выходные? Я была в Гималаях, запомни. И видела Яков. Видела Яков? Видела, молодец. А смотри, там люди маленькие внизу. Какие они маленькие человечки. А мы большие. Мы как эти титаны. А. Давайте все вставать, это больше легче будет. Пойдем, Ася. Вон туда, на самую верхотуру лезем. Ты самая смелая. Смотри, где надо держаться. Вот здесь вот. Так. Держись. Мы специально пошли сюда, пока не очень жарко. Давай. Поднимаю. О, смотри, как здорово. А ты держи. Давай, опа! Не отпускай. Смелая девочка. Мы это пошлем бабушке, и бабушка будет... Бояться. Она будет бояться. Скажет, а Мася не боялась? Нет, а Мася очень смелая. Все, я тебя держу. Не, вот сюда вот, вот. О, а Мария с палочкой. Я не отпускаю Маську. Я ее держу. Да мы уже почти дошли. Да, он так понимает. Помнишь, она как сама залезла в ту штуку по металлической? Помнишь, когда лазили? Да, в это. Ты сама залезла? Да. Там корабль. А, сейчас там сверху увидишь корабль. Пойдем. Пойдем корабль посмотрим. О, смотри, давай, это, о, так правда проще идти с палочкой? Вон, смотри, корабль, вон, рыбу ловит, соленую. Садись, посадим, посиди немножко. Фу, отдыхаем. Да, я тоже попью. Большую часть прошли. Я уже устала.
вот это окаменелось. Видишь, вот эта штука, а там вот эта дырочка. Это вот это морской житель такой. Кто это? Ну, видишь? Кто это? Вон, смотри, как самолет, смотри. Сын самолет. Совсем близко. Классно. Пошли, да. Ну только не беги, не беги, аккуратненько. Что мы еще? Сейчас найдем еще какие-нибудь окаменелости. Я буду искать, я чем-нибудь найду интересное, я тебе покажу. Ого, мы высоко поднялись. Вон какая толпа народу. Где? Приезжал, он мишка, он приходит. А где-то вон там наша машина стоит где-то. Да, вон там машина. Напротив автобуса. А, вон там видишь автобус стоит, дерево, вот там дерево, там наша машина стоит. Вон ты его хвост виден. Вот это море с никакой, да? Мертвое море. Пойдем когда в водопаде купаться, там будет классно. Там будет холодно. Ну не холодно будет, будет приятно. Будет, будет тепло и тепло одновременно. Да. Холодно и тепло. Вау. Пойдем, пойдем, еще интереснее будет. Да, вот это окаменелось, правильно. А вот это вообще здесь, смотри, что-то такое было, лежало там. Давай еще. Вот, смотри, смотри, смотри. Смотри, какие. А там меня. Видишь, какие штуки? Вот здесь вот, да. Вот здесь было тело. Вот, видишь, вот это вот. Все окаменелось, видишь? Что ж здесь было? Ну, они давно-давно, они умерли. Упали на... Может, это кораллы. Это кораллы, скорее всего. Это кораллы. Не упали. Здесь было море когда-то здесь. Да. Нет, здесь было море. Здесь все было залито водой. В воде жили кораллы, жили всякие ракушки, рыбки. Ну, их так не видно. Вот. Потом они умирали, упадали на дно. Сверху другие падали. Ил падал. Песок. И акула. И акулы могли здесь, если они здесь жили, они тоже все. И вот так слой за слоем накапливалось, накапливалось, накапливалось. Потом море ушло. А они, которые там лежали, они так оставались лежать. И под давлением от большого количества лет они превратились в камень. Ну, это ученые так сказали. А я повторяю. Да, я повторяю за учеными. Вон еще самолет летит, смотри.